Ну, служивец. Так, с меня махар. Ну, ты слышал, давай. Две-три в них, и потом я работаю. Подожди. Давай 10-15 секунд подождем, послушаем. Вон туда. Моя очередь. Я понял, где они. Сзади никого. Шо? Ветку ебануло. Но разрыв весь туда пошел. Все целы? Еще один осколочный. Доброе утро, мы с Украины. Привет, подлюки! Слава Украине! Так. Хочу еще. О, ебать, смотри, туман. Не, я осколочный ебанул. Лёха. Да.
А ну, давай еще один осколочный им дадим. Ай, тут я аж хуй знаю, за пиздуй на 300. Плюс. Знаешь, на 500, нахуй. Андрюха, принеси там, один осколочный. Чул? Что-что? Жу подальше за пиздуй тут. Поднял вверх, нахуй, и уебал так, чтобы аж долетело аж до них. Там... Малыха, не переживай, мать. Все будет лучше. Просто, ебать. Попка в них будет гореть. Ярко, ярко, очень ярко. Как новогодняя елка. Потому что рядом их нема, значит, они отошли в глыб. Они туда просто в глыб, да и все. Да, я сейчас туда и хуйну. Я знаю, где мне надо хуярить здесь. Чтоб глыб. И вот именно вот так. Предохранитель. Покурить пока. Тут чисто. Я тут проходил, тут вот наши две монки стоят. Я вот так выходил. У меня вон кошка лежит. Пригинайся, потому что осколки залетают. А чушь опять катается. Ага. Может, к нам наконец-то? Потому что я их уже жду. Я так хочу у них танк спиздить, ты не поверишь просто. Я уже Лехе просто заебал говорить это. Он говорит, я ебал говорить с тобой. Говорит, я тебя прикрою. Говорит, ну пиздить ты будешь сам. Говорю, не хоть петь. Говорю, если не спижу, так уничтожу его. Что? Да, там они тоже находятся. И ближе, чем здесь. Ну, замолчали. Просто смотри, какой прикол. Мы сперва их кормили чисто вогами. Камуля и прочее мы не трогали вообще. Почему? Для чего? Чтобы они привыкли к этому. Вок на вок. А потом, вот когда мы вогам даем, это тоже, вот, Смайлик правильно сказал, потому что, блядь, уже утро, сколько мы не спим и чуть тупашим. Они отвечают, и ты хуяришь туда просто иглой. Бачу, он каже, короче, глыб хуй знает куда. Плюс. Скажи, я могу с Матадора туда ебануть. Слышишь? А. Ух ты, блядь. Так, кстати, выйдешь на дорогу, проверишь на 3 часа посадочку. Пиздата, я ебать без брони тебя нихуя не смущает. Прикрывай. Прикрывай. Я навесом и дал. Что ты, блядь, быстро разорвался, даже не улетим наши тут. Свойство веток их ловить.